Беларусь не планирует становиться членом Евросоюза, но заинтересована участвовать в его инициативе. Сегодня об этом заявил замминистра иностранных дел на форуме «Европейский союз и восточное партнерство. Подходы к региональному сотрудничеству». Олег Кравченко добавил, что Минск и ЕС намерены начать переговоры о базовом соглашении. В свою очередь заместитель генсекретаря ЦИА отметила, что председательство Беларуси в объединении внесло положительный баланс в деятельность организации. Беларусь отлично выступает в качестве председателя ЦИА в этом году. Во-первых, прекрасная организация. А это тоже очень важно для понимания Беларуси странами-участницами. Их всего 18, и 10 из них – страны Европейского Союза. И у Беларуси сейчас очень много различных инициатив, в том числе конференции по науке и технологиям. Они сконцентрированы на дигитализации, направлены на технологии будущего. В июне в Беларуси также состоялась встреча руководителей торгово-промышленных палат стран ЦИА. И эта встреча прошла очень успешно. Мы уверены, что Беларусь в качестве председателя ЦИА действительно усилит европейскую политику соседства. Мы очень благодарны. Вы проделали прекрасную работу. Форум проходит в Минске в преддверии саммита Центральной Европейской инициативы на уровне глав правительств и ключевых министров.